Сегодня свои двери для самых юных читателей в очередной раз распахнула главная библиотека города. Всегда шустрые, говорливые и неугомонные дошколята, как будто почувствовав атмосферу серьезности, молча ждали своей очереди. Лишь изредка еле слышно перешептывались с друзьями. Семилетняя Арина совсем скоро пойдет в школу, но уже сейчас показывает хорошие результаты в чтении и говорит, что ей очень нравится читать самой. Я сегодня прочитала 20 слов. Я читала сказку о лисе и быке. Мне нравится читать. Конкурс проводится с 7 по 21 февраля для малышей от 3 до 7 лет с целью выявления навыков и стимулирования чтению, что является одним из факторов гармоничного развития ребенка. Помимо этого, библиотечная система ставит перед собой задачу усиления роли библиотеки как центра чтения и создания в библиотеке атмосферы творчества и интереса к чтению детей. Глядя на слегка взволнованных детсадовцев, которые старательно проговаривают каждое слово, слегка запинаются и иногда теряют слова в тексте, невольно задумываешься, а нужно ли в столь раннем возрасте приучать детей к чтению. Но, как утверждают специалисты, безусловно. Дети с большим желанием читают, изучают буквы. У них, они уже, конечно, все знают, проявляют большой интерес. И пригласили нас в библиотеку. Дети показали хорошие результаты. Очень рады, что им вручили сертификаты. Начало объявления в конкурсе, в нем уже приняли участие более 400 нефтекамских дошкольников, которые получили сертификаты участников Олимпийских игр по чтению. Это хорошо, когда навыки чтения прививаются детям в раннем возрасте. Но тут стоит учитывать и мнение самого ребенка. Он должен это делать без принуждения. Только тогда он сможет испытывать радость чтения. Марина Медвинская, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».